По свидетельству исторических записей, Радоница – день первого после Пасхи поминовения усопших. В Русской Православной Церкви отмечается во вторник, на девятый день после Пасхи. Как упоминается в соответствующих источниках еще с XIV века, это поминовение установлено для того, чтобы верующие после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими радость воскресения Христова. Традиционно в этот день принято посещать могилу усопших, но сложившаяся в этом году эпидемиологическая ситуация продиктовала свои условия. Заранее извиняемся за, может быть, причиненные неудобства, но кладбище работать не будет. Кладбище будет закрыто, ни автомобили, ни пешеходов она пропускать не будет. Оно будет работать только в режиме, если есть необходимость в захоронении. Ворота будут закрыты, ситуация будет контролироваться управлением жилищно-коммунального хозяйства и сотрудниками кладбища. В случае необходимости будут привлечены наряды полиции. На сегодняшний день органы внутренних дел имеют практику составления протокола за нарушение пункта 20.6.1. И городская администрация, и православная церковь рекомендуют помянуть усопших дома, в кругу семьи. Ведь самое главное – память в сердце. А распитие спиртных напитков и обильное застолье, как принято у некоторых в этот день, в православии не приветствуется и считается грехом.